Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый, моли своему Марксу и Энгельсу. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к Мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, Мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Стараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И, может быть, они не поймут, что произошла замена экипажа. Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Thank you.
Артём! После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку.
Забудешься на миг, все, ты труп. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть! Сними его, Артём! Господи, да это ж депо. Сколько я слышал о нем? Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Come on.
После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Наш гордый варяг, пощад никто не желает. Пощад никто не желает.
Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить Полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с Полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка.
Пойдем к маме. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну, ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напасть. Но как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать. А то нас всех съедят. Нельзя трогать, но там есть патрончики в шкафу. Вот в этом. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Еще один!
Ой-ой, смотри, там дырка. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Это что? Кажется... Вон дома! Уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми. Это правда? Что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Мы сможем попасть на небо? Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит. Как ты сюда попал? Дядя умер, мам. Меня этот человек принес на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Его бы это убило. И нас всех заодно.
Спасибо. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Ладно, пошли. Чёрная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Обмен патронов. Лучший курс во всем метро. Самые сбалансированные ножи. Тебе спасибо. Ну и ладно. Только у нас предложение, скидки, лучшие пушки от лучших мастеров. Проходите. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада, но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Итак, давайте повторим. У нас есть 15 минут, не больше, чтобы открыть гермозапор. Если не успеваем, отступаем на базу. И я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Страшновато тут наверху торчать. Посмотрите-ка, кто это у нас тут? Гермес Лизин. Он думает.
А ты подумал, Майн, что нам делать, когда эта жалкая станция будет нами захвачена? Как закрывать проход? Твоей дурной башкой? В общем, прекратить демагогию. Рейхсфюрер дал нам четкое задание. Захватить станцию бесшумно и быстро. Натюрли! Можешь шастать. Постоять спокойно не дают. Шевелилась ведь. Точно шевелилась. Понятно. Вроде отсюда слышал. Хотя... Ну вот здесь, точно здесь. Вроде со слухом у меня порядок. Были же шаги.
Внимание, граната пошла! Прижал! Вот же свинья!
Потери! У нас потери! А, черт! Ну-ка, муняка! Я его прижал! Прижал! У нас потери! Надеюсь, это наши сменщики там идут. Я продрог до смерти. И фильтр уже на исходе. По моим часам нам еще минут 10 ждать. Скорее бы. У меня от этого места мурашки похожи. Или нет? Показал. Ох, сука, красная наша убил! У нас потери! Магазин пустой!
школе. Говорят, дети подземелья. Тревога! Коммуняки! Недолго осталось. У нас потери! Солдат теряем! Нашего подстрелили! Ну, коммуняка, ты допрыгался! Теперь тебе крышка, гад! Ой, сука! Я нашего убил! Прижал! Несем потери!
Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть.